Щелково. На Руси славных мест вам не счесть. Среди них, рядом с древней Москвой, вырос город, впитавший отвагу и честь над красавицей Клязьмой рекой. Эти строки из нового сборника стихов литературного объединения «Слово», созданы в 1952 году при редакции района газеты «Коммунист», ныне газета «Время». Сегодня оно объединяет любителей поэзии нашего городского округа. Четверть века назад зародилась добрая традиция к юбилейным датам издавать новый поэтический сборник. В этом году поддержал инициативу депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Он помог в издании сборника, который теперь передадут в библиотеке городского округа. Перед гостями Щелковской библиотеки семейного чтения Владимир Шапкин выступил с отчетом о деятельности за 2022 год. Выделяя ключевые моменты, Владимир Николаевич большое внимание уделил вопросу поддержки наших бойцов и в особенности их родных и близких. Как вы сами понимаете, участие это дорого стоит, потому что их состояние, мягко скажем, тревожное. И соучастие это, наверное, самое главное, что в этом отношении мы делаем. Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.